Приветствую садоводов и огородников, меня зовут Александр. И вот я хотел показать вам свой виноград уже в конце августа, сегодня 23 августа. Вот так вот выглядит виноград первого года посадки. В предыдущих роликах я показывал, что я размножал виноград черенками весной. И как вы видите, уже выросли вот такие большие, такие побеги, такие кустики даже можно сказать. Такой он зелененький, пышненький. Чувствует себя прекрасно. И надеюсь, он будет дальше расти и здравствовать и приносить урожай. Вот, в общем-то, и все, что я хотел показать. Свой виноград на первом году жизни. И удачи вам всем, пока.